Для пенсионеров 2017 год начался с хорошей новости. В январе единовременную выплату в размере 5000 рублей перечислят всем, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и получающим пенсию по состоянию на 31 декабря 2016 года, в том числе работающим и военным. Мы надеемся, что задержек в выплате не будет. Единовременные выплаты в размере 5000 рублей начнутся выплачиваться буквально с 13 января 2017 года. Выплаты будут проходить через почтовое отделение связи, если человек получает пенсию через почтовое отделение связи. Вот с 13 числа по 22 это уже по графику. Вместе с пенсией будут доносить и единовременную выплату. А те граждане, которые уже получили свои пенсии с 3 по 12 число, им почтовые работники будут еще раз доносить на дом с 22 по 28 число. Ожидается несколько стадий индексации. В феврале страховые пенсии увеличатся в соответствии с показателем роста фактической инфляции за 2016 год. По предварительным прогнозам это 5,8%. С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии уже на рост прожиточного минимума. А с 1 августа для работающих пенсионеров будет уже такая плановая корректировка страховых пенсий. В феврале индексации пенсий трудящимся пенсионерам не будет, только в случае увольнения их с места работы. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.